святителю Николаю Чудотворцу. Николай Угодник не только исцелял глазные болезни, но и возвращал зрение слепым. Молитва первая. О, всеблаги отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро почтися и избави Христово стадо от волков губящих е, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, от глада, потопа, огня и напрасные смерти. И як уже помиловал еси триех мужей в темнице сидящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечного, так упомилуй и мене умом, словом и делом во тьме грехов суща, избави мя гнева Божие и вечные казни, якуда твоим ходатайством и помощью, своим же милосердием и благодатью Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми, пожити в веце сем, и избавит мя, шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь. Молитва вторая. О, всехвальный, всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуди избранный, крепкий столпе церковный, светильничи пресветлый, звезду осиявающая и освещающая всю вселенную, ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворях Господа своего, живый в мирях, миром благоухал еси, и миру преснотекуще благодати Божия источаеши. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесные твоя мощи шествоваху во град барский, от востока до запада хвалите имя Господне. О, преизящный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яку надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселье, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников освободителя, вдовы сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепления, постников наставника, труждающихся упокоения, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию или храм сей, всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущие,
от всякого озлобления помощью Твоею. Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведного, поспешествующая во благое. Тебе же, праведного, по преблагословении Деви Марии, предстателя ко всемилостивому Богу и Мамы, и к Твоему, преблаги Отче, теплому ходатайству и заступлению, смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко добрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших подавай нам руку помощи и отверзи двери милосердия Божия. Понеже недостойны есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших связаны есмы узами греховными, и николи же воли Создателя нашего сотворихом, не сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колено сокрушенно и смиренно сердце нашего к зиждителю Твоему и Твоего отеческого заступления к Нему просим. Помози нам, угодниче Божий, да не погибнем с беззаконии нашими, избави нас от всякого зла и от всякие вещи сопротивные, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере. В ней же Твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умолений будем, но мирное сде поживем житие, и досподобимся видите благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице славимого и поклоняемого Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва третья. О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем всем житии, умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елику согреших от юности моей я, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моей я, помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.